Тихо! Идем, я тебе кое-что покажу. Кажется, дождь собирается. Итак, я покажу тебе, что такое настоящие летние дожди. И сделай небольшие наброски дождевых капель для наглядного пособия. Думаешь, это необходимо? Да! Как же мне объяснить это тебе попроще? Мне совсем не нужны огромные дурацкие капли в моей пьесе! И мне не нужны ути-пути маленькие капельки! Мне нужны капли идеального размера! Не слишком большие. Не перебивай меня, пока я нянчась объясняю! Каждый элемент летних дождей должен быть стильным! Знаешь, я, может, и принцесса, но когда меня кто-то видит, они не думают «просто принцесса», а «принцесса пупырчатого королевства». Если бы я была принцессой жевательных булок или принцессой сливовых косточек, все было бы совсем иначе. У них совсем нет воображения! Но у меня-то оно есть! Я ведь особенная! И моя пьеса это подтвердит. Ох, моя жизнь была суровой. Все было хорошо, пока я была ребенком и могла гулять сама по себе, придумывая игры. Ты когда-нибудь обсуждала это с кем-то? Нет, это твоя работа! Тебе повезло, что начинается дождь. Все внимание на эти капли. Зарисуй весь блокнот. Мне нужны стильные капли в вечер премьеры. Очень рады тебя видеть. Передай Челмсфорду свой плащ. Хорошо, деревяшка. Ее зовут Миранда Хобсон. Не знаю, могу ли я называть деревяшку этим другим именем. Это же нечестно. Ох! Действие пьесы происходит в стране Англия. А в Англии всех, кого зовут деревяшка, в летнее время называют Миранда Хобсон. Я этого не знал. Ага, так что... Оу, откуда ты здесь? Я же заперла... Неважно. Ты поняла, наконец, как выглядит дождь? Начинаем сначала! Льет прям как из ведра. Напоминает о тех дождях, когда мама была еще жива. Ладно, пойдет. Но до конца далеко. Соберитесь. Держим стиль. Начинаем со второго акта. Ты была такой милой сегодня, деревяшка. Миранда! Миранда Хобсон. О, Найджел, ты всегда заставлял меня улыбаться. Даже в детстве на турнире по бадминтону. Ты всегда был таким озорником. Должен признать, я немного сонный. Летние дожди всегда на тебя так влияли. Дам ему отдохнуть. Дождь не может длиться вечно. Это было очень даже неплохо. Да, алло? Миранда Хобсон слушает. Мисс Хобсон, вы меня не помните? Меня зовут Уилфред. Мы встречались в апреле на фестивале каштанов в школе Святой Маргариты. Я жду пересадку на поезд и хотел заскочить к вам. Ни одного гостя за весь сезон в доме Балкли, а теперь двое за день. Дверь откроется через час. Вот вам совет. Сегодня ваше время быть особенными, ведь вы в супер-пупер особенной пьесе, написанной мной, поставленной особенным режиссером, тоже мной. Эй, Виола! Да, режиссер ППК. Где наша прима? А, вот ты где. Что такое? Выглядишь так, будто тебе нехорошо. Мне придется отказаться от участия. Что? Мистер Свин не очень хорошо принял сцену с поцелуем. Сцена с поцелуем? Сцена с поцелуем? Сцена с поцелуем! Мне ужасно жаль. Не поступай так со мной! Кто еще знает все реплики? Кто сможет тебя заменить в последнюю минуту и стать нашей героиней? Виола! Твой взволнованный вздох подал мне идею! Я буду играть! Я так долго ждала этого спектакля, не могу дождаться, это невероятно. Шла Саша по шоссе и сосала сушку, Прости!